Одно из приоритетных направлений деятельности Крымского федерального университета – воспитание у молодежи патриотизма, чувства ответственности за страну, высоких духовных и нравственных качеств. 30 ноября в рамках мероприятия «Реализация государственной молодежной политики в Республике Крым как фактор инновационного развития региона» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Крымским федеральным университетом имени Вернадского, Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Республики Крым. Сегодня уделяется огромное внимание формированию, вообще развитию системы образования на территории Республики Крым. А Крымский федеральный университет – это основная движущая сила сегодня. Это основное учебное учреждение высшего образования, которое сегодня готовит нашу молодежь. Причем готовит, то есть, по всем без исключения направлениям. То есть сегодня, по сути, на базе Крымского федерального университета можно получить любую специальность в данном случае. И прежде всего, то есть, мы это заинтересованы, чтобы молодежь участвовала в государственном управлении. Вот стараемся, то есть, максимально увлечь процесс, там, обеспечиваем присутствие на заседании Совета министров, формируем молодежное правительство и так далее. То есть, как бы хотим, чтобы люди, которые дальше будут развивать страну, то есть, как бы получали опыт сейчас, а не потом. В университете прошел круглый стол по вопросам реализации государственной молодежной политики на территории Республики Крым, участниками которого стали молодежный актив республики, представители государственных органов власти, руководители молодежных и студенческих общественных объединений, а также руководство Федерального агентства по делам молодежи. У нас большой план взаимодействия, который мы сегодня в качестве приложения к соглашению подписали с коллегами из Крымского федерального университета с точки зрения воспитательной работы, с точки зрения поддержки студенческих отрядов. Там очень большой набор мероприятий, самое главное, они очень конкретные, и мы теперь точно понимаем, по какому плану мы двигаемся. В рамках проекта «Диалог на равных» прошла встреча актива молодежи Республики Крым с руководством Федерального агентства по делам молодежи и ректором Крымского федерального университета. Общежитие у нас общий фонд порядка 8 тысяч человек. Это большой, это более 27 общежитий, зданий. Поэтому, я надеюсь, 400 миллионов – это этот год, когда мы максимальное вложение делаем, это празднование столетия, и действительно к столетию университет подойдет, я надеюсь, в результате этой вот мегастройки. И мы договорились, что это будет всероссийского масштаба стройка с привлечением студенческих отрядов со всей страны. Если мы половину этого фонда приведем в отличное состояние, то мы будем гордиться. Формирование молодой политической элиты из числа социально активного студенчества в рамках взаимодействия с органами власти Республики Крым позволит создать кадровый резерв, готовый к принятию инновационных управленческих решений для достижения эффективного развития Республики Крым.